Всем привет, пацаны! Вы находитесь на канале Зевса. Для начала не забудьте, как всегда, поставить лайк, пожалуйста, написать комментарии и подписаться на канал. Пацаны, мы сегодня будем делать обзор про Панзер, так называется дробовик. Будем показывать дополнительно, какие моды можно поставить на дробовик, чтобы вы стабильно играли. Это очень сильно влияет. Почему? Кстати, фону, что вы видите видео, это у нас хэллоуинское обновление. Я вчера вам показал, кто там посмотрел на канале, кто не посмотрел, можете зайти на канал и посмотрите, там есть хэллоуинское обновление. Вчера обновление было на ПТС. Кстати, на ПТС, еще раз повторяю, нам на ПТС дают награду на основу, если мы играем 5 каток на ПТС. Это вы должны знать, 5 каток нам надо играть на ПТС, чтобы мы получили награду. Короче, 7 дней надо играть на ПТС, 7 дней, и вы получите на основу коробки, интересные какие-то коробки. Ну, короче, 5 матчев играете на ПТС и на основу поручите просто коробки, понимаете? На пушки, навсегда. Вот это хорошо. Будем показывать сегодня дробовик, какие моды на Панзер. Панзер, без разницы, как хотите, так и скажите. Потом в комментарии напишут какие-нибудь умники. Это неправильно прочитал. Пацаны, и так тоже новый дробовик Панзер. Поэтому я сегодня хочу вам показать моды, которые я вам советую. Которые самые стабильные моды. Давайте на самом деле посмотрим, какие моды можно поставить. Не решил не так много болтать, а то кто-нибудь будет доебываться. Поэтому поехали, давайте посмотрим на самом деле, какие моды можем поставить на дробовик. Я считаю, такие моды будут хорошие. Поехали. Да в чем? Как ты наверха лез? Так, у нас хэллоуинское обновление, пацаны. Давайте посмотрим, какие моды можно поставить на Панзер. Панзор, так называется, драйв, без разницы. Самое главное, нас интересует моды, какие можем поставить, чтобы более стабильно убивать. Он без модов сейчас, надо все прокачать до фула, конечно. Моды то же самое. Сейчас в данный момент давайте посмотрим без модов, как он играется. Так, ну давайте посмотрим без модов. Ну, без модов где-то так. Без модов где-то так. Давайте поставим моды. Покажу вам, какие моды лучше поставить. Такс, плюс 1 метр. Но это надо, еще дальность будет плюс. Вот видите, плюс 7,1. Смотрите, чтобы было еще 1 метр дальности, когда вы ставите без прокачки мод этот, обычный мод, дальность там маленькая. Но когда вы прокачиваете мод до фула, тогда будет еще дополнительно еще метр будет на дробовик. Это очень сильно влияет. 1 метр это очень много. Следующий мод, который я вам предлагаю, смотрите, пацаны, ставим кучности. Такс. Дальность я что-то убрал. Просто не туда нажал. Надо было ставить кучность. Вот сейчас ставите кучность, и будет кучнее. Следующее, что можно поставить. Мод, который можно поставить, пацаны. Это у нас темп стрельбы. Темп стрельбы. Вот ставим темп стрельбы. И смотрим с этими модами. Так. Давайте посмотрим. Это более стабильные моды, которые я вам предлагаю, потому что они хорошие. Вам, смотрите, первый мод, что вам дают. Первый мод вам дают еще дальности, понимаете? Второй мод еще вам дают плюс 15 кучности. Второй мод 20% к темп стрельбы, понимаете? Вы прокачали уже до фула 20% темп стрельбы, понимаете? Разница. Давайте посмотрим. Вот в чем разница, понимаете? Поэтому вот такие моды самые топовые. Но можно, в принципе, если вам не хватает перезарядка долго, пацаны, можем поставить вместо темп стрельбы перезарядку. Понимаете? Перезарядку быструю можем поставить. Вот эту.
Ну, я надо прокачать до фула, конечно. Я мод прокачал, конечно, до фула. Поэтому можем поставить, если вам не хватает перезарядка, не нужен темп стрельбы, быстрая перезарядка, вот. Просто поставите быстро перезарядку. Сейчас смотрите, он сами заканчивается. И смотрите, перезарядка очень быстро, видите? Если вам быстрая перезарядка нужна. Вот такие моды тоже хорошие. Только один мод поменяли на быструю перезарядку. Можно поставить минус отдачи, но не знаю. Сейчас попробуем. Так. Минус отдачи. А ее тоже надо прокачать. Вот. Сейчас. Минус отдачи. Если прокачать, вот смотрите, у нас на 40% минус отдачи. Давайте прокачаем. Минус отдачи. Это ПТС здесь много что есть. Вместо быстрой перезарядки. Кстати, смотрите. Быстрая перезарядка у нас получается 25%. Быстрая перезарядка. 25% плюса, понимаете? А минус отдачи, ну, я не знаю, я бы не поставил, потому что здесь вообще отдачи нету. Но тряска есть, поэтому можем поставить минус отдачи вместо быстрой перезарядки. Давайте посмотрим, как будет все работать. Ну, отдача поменьше как-то. Ну, то, и вообще разницу я не вижу, пацаны. Минус отдачи вообще не надо ставить. Вообще это бесполезно, минус отдачи ставить. Поэтому мы минус отдачи убираем. Или ставим, вот, темп стрельбы. Это нам помогает сильно. Темп стрельбы ставим. Потому что темп стрельбы иногда не хватает. Потому что он без модов, он стреляет медленно. Поэтому темп стрельбы обязательно нужен. Или вам нужна быстрая перезарядка. Короче, выбирайте сами. И ставите просто быструю перезарядку вместо темп стрельбы. Понимаете? Вот такие моды можно поставить. Поэтому я какие моды могу вам предлагать. Если вам нужна перезарядка быстрая, ставите перезарядку. Но... По моему мнению, быстрая перезарядка, ну, иногда нужна, иногда нет. Я вообще ставлю темп стрельбы, пацаны, потому что мне быстрая перезарядка, ну, нужна, если, я не знаю, там поставлю, если пойду какую-нибудь РМ, да, можно поставить быструю перезарядку. А если вы идете, я не знаю, там, спецухи какие-нибудь, можно поставить быстрый темп стрельбы, понимаете? Просто темп стрельбы можно поставить. А если РМ, можете поставить реально быструю перезарядку, потому что это очень много влияет. Поэтому давайте посмотрим с этими модами, как я вам говорил, плюс к еще один метр мы получаем дальности, кучность 2, плюс 1 метр, да, 15 кучности и темп стрельбы 20. Давайте посмотрим с этими модами, как у нас получилось играть. Поехали! Уничтожьте ответ врага.